Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Марат, это мой друг Денис. И сейчас мы находимся на удивительном пляже Семеняк на острове Бали. У нас сейчас замечательный, классный вечер, играет живая музыка. И буквально через несколько минут мы станем свидетелями необыкновенного события, эксперимента прямо здесь, на этом пляже. Денис, мог бы ты рассказать нам, что это за эксперимент, что это за событие такое здесь будет? И для чего мы сюда, собственно, приехали? Ну, собственно, оно называется коллективная медитация. В принципе, это не только медитация, сюда входят разные категории людей, кто практикует медитацию, молитвы, контрольное дыхание, все то, что где ты закрываешь глаза и стараешься думать ни о чем, полностью погрузиться в энергию. Да, то есть вот у нас здесь соберется, по нашим прогнозам, около 1000 человек, и все на 20 минут закроют глаза и будут медитировать, просто сидеть. Да, тут еще музыкальное сопровождение будет. Мы будем чантить, но мы не будем, мы будем потом будем петь песни. Так что насчет этого события, оно проходило уже в прошлом году здесь, на Бали. Также оно вообще началось в Сиднее и в Ньюкасле, в Австралии. И после этого оно тоже будет продолжаться, пойдет по миру. Кстати, сейчас мы встретили организатора вот этого события. И организатор сказал, что одновременно, в это же время, когда мы здесь начнем медитировать, к нам присоединятся люди из Англии, 12 тысяч человек, из Америки, тоже несколько тысяч человек, из Австралии, из Гонконга и вообще других стран. То есть будет очень классно. В одно время наши позитивные мысли, наша энергия, она сольется в один канал и направится на всех людей в этом мире. Будет супер классно. И на самом деле коллективная медитация, коллективная мысль — это очень мощная штука. Когда мысли всех людей соединяются в одно целое, это имеет очень положительный результат. Поэтому будем изменять мир в лучшую сторону через несколько минут. Следите за нами. И мы будем следить за вами. Пока! No problem.